4 по 6 марта на Омском велотреке прошли всероссийские соревнования по велоспорту. Сильнейшие спортсмены Оренбургской, Тюменской, Свердловской и Омской областей приняли участие в турнире, посвященном заслуженному тренеру Советского Союза Геннадию Павлухину. Геннадий Николаевич, он как раз заслужил именно себя тем, что вписал очень много интересных страниц в подготовку спортсменов. И как раз его направление деятельности, там ГИТ-1000 его была коронная дисциплина, где он подготовил Эдуарда Рапа, где он много других больших результатов показал. И это как раз трековое направление, в рамках которого сегодня приехало, собралось очень много регионов для продолжения традиций, которые сегодня проходят в Омской области. В программу соревнований вошли командный спринт, скретч, гонка с выбыванием, гид с места, кейрин и гонка за лидером. Победителями командного спринта среди юношей 15-16 лет стали представители Омской области Егор Филимонов, Иван Залипяцкий и Александр Тишкин. Ну, именно нужно сначала хорошо стартануть первому, а второму и третьему сесть за ним. И именно сделать меньше просвет, чтобы больше отдохнуть. Выиграли, наверное, за счет разгона и за остальных кругов, что более мощно включились и сумели удержать скорость. У девушек этой возрастной категории лучшими были амички Дарья Браун и Анна Полецкая. Прибавка есть в старте с места. То есть ранее, сезон назад, мы так не разгоняли, мы поработали над этим. И сегодня, да, главная наша фишка была – это старт с места. Благодаря ему Аня и выехала на второй круг. Раньше мы не выезжали из 40 секунд, сегодня мы показали результат 37. То есть, конечно, мы прибавляем форму, растем, и это очень хорошо. Победителями в командном спринте у мужчин стали Евгений Калмыков, Кирилл Белокопытов и Александр Проценко. Они представляли Омский регион. Такие старты нам дают понять, в какой мы сейчас форме находимся. И, соответственно, что нужно подкорректировать тактически, на чем поработать, на какой позиции, кто какую едет. Сейчас, безусловно, у нас разгон улучшился. Это самое основное у нас. От разгона идет уже и второй круг, и третий. И, соответственно, вот мы понимаем, что отдельно вот Кирилл, он у нас разгоняющий. Какие-то у него нюансы есть, над какими нужно работать. Вот. И, безусловно, это дает такую оптимистичную ноту на предстоящий сезон. В остальных дисциплинах большинство первых мест также заняли амичи. Среди юношей и девушек лучшими стали Иван Залипяцкий и Дарья Браун из Омской области и Татьяна Вальковская из Тюмени. Среди мужчин и женщин амичи Евгений Калмыков, Николай Денисов, Татьяна Ступка, Анастасия Паско и Дарья Конеева из Оренбургской области. Следующие старты пройдут в Омском велотреке с 26 по 30 марта.